В правительстве Колымы прошла пресс-конференция, на которой говорили о новой губернаторской программе «Сила Магадана». Ее планируют реализовывать с 2022 по 2024 годы. Программа включает в себя работу по выполнению 4 из 12 нацпроектов и затрагивает улучшение более 40 показателей в сфере демографии, здравоохранения, образования и культуры. Главный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения России Олег Аполихин ответил на вопросы журналистов Магадана. Так какие преференции дает нашим мужчинам программа «Сила Магадана»? Для чего она нам нужна? Ну, я уже сказал, мужское здоровье – это женское счастье, да? Вот если, допустим, мы хотим, чтобы люди оставались в регионе, семья – ячейка общества, понимаете? Если мы хотим, чтобы люди оставались в регионе, чтобы они были здесь устойчивы, они должны быть счастливы, понимаете? А для этого во многом ключевая роль отводится мужчине. Здесь программа, она ведь, мы уже сегодня говорили, не только медицинская, даже не столько медицинская, сколько программа, меняющая идеологему отношения человека вообще вот к этой сегодняшней нашей жизни с вами, да, к тому, что мы есть, в том числе и программа образования, культуры, программа социальной поддержки, программа моды, понимаете, чтобы модным было сейчас быть ответственным. Главная цель программы «Сила Магадана» – укрепление мужского здоровья. Один из пунктов программы – создание эффективной пропаганды культа семьи и многодетности. Также, считают специалисты, нужно сделать обязательную профилактику мужского здоровья. Бесплатную диспансеризацию до 49 лет один раз в 4 года. Кроме того, дать возможность людям, которые вступают в брак, проводить исследования своего репродуктивного здоровья благодаря сертификату молодой семьи. С ним супруги получат возможность бесплатно провести исследования своих репродуктивности и генетики. Редактор